Артём Викторович, поздравляем с победой. Первая победа у нас во втором товарищеском матче. Ваше первое впечатление по игре? Ну, спасибо за поздравление, но оценивать не надо не победы, а качеством игры. Что касается качества игры, получилось, наверное, два разных тайма. В первом тайме моментами неплохо смотрелись. Единственное, что пока это, наверное, к этому еще не дошли, как скрывать насыщенную оборону. Когда более детально ребятам расскажем о этих моментах, они будут знать, как делать. Что не понравилось, это очень большой процент брака, который мы совершали, невынужденные ошибки. К этому надо добавить, что был фон усталости ребят, потому что провели недельный сбор очень плодотворный. Может быть, это могло сказаться на их ошибках. Что касается второго тайма, вышли ребята чуть помоложе и не в своих позициях. Как бы на это надо тоже учитывать, что многие ребята играли не специфически. Плюс мы посмотрели, как у нас Аврини играет в более высокой позиции. Как бы содержание второго тайма я, наверное, не так сильно удовлетворен, как касается первого тайма. С чем связано то, что многие игроки, как и Оринья, играли сегодня не на своих позициях? Пробуете их на разных местах или просто как бы варьируете? Да, потому что надо, сезон длинный, не надо не забывать, есть травмы, дисквалификации. И чтобы футболист знал принципы игры не только в своей позиции, но в другой позиции, в которой мы можем его использовать, чтобы они, ну, посмотреть, по крайней мере, определиться, могут ли они там что-то, чего-то нам дать пищу для размышлений, могут играть они в этой позиции, либо нет. Угу. Недавно к команде присоединился Роман Бегунов. Как скоро сможем увидеть его уже в матче команды? Ну, Рома присоединился, мы не спешим его запускать, он сейчас работает по-индивидуальному, потому что команда уже неделю, вторую неделю готовится, Рома только неделю у нас, мы его планомерно готовим. Я думаю, что в ближайшее время должен, если все пойдет, как мы планируем, то есть он сделает всю беговую работу, мы его планируем как бы уже к следующему матчу его выпустить. Завтра стартует Белазовец в Жодино. Примет ли кто-то участие из основного состава или исключительно дублирующий состав будет играть? Ну, пока что на данный момент мы решили, что, скорее всего, будет играть дублирующий состав, потому что не так много игроков. И плюс провели хорошие сборы, в том плане две недели поработали, и ребятам надо все-таки дать отдохнуть. Я посмотрел, как ему состояние, надо дать паузу. Следующий матч мы играем в пятницу, накануне вылета в Сочи. Как будет проходить подготовка к Днепру? Ну так, если в общих словах, будут ли какие-то изменения в тренировочном процессе или плюс-минус? Ну, да, сейчас мы отработали в двухразовом режиме. Эту неделю мы работаем в одноразовом режиме и подойдем уже, так сказать, к матчу с Днепром, наверное, не под нагрузкой, более свежим. Если уже, ну, и пока только у тренерского штаба, не разглашая уже четкий список, кто отправится в Сочи из команды на сбор? В принципе, список, ну, можно сказать, что там процентов на 80 определен. Смотрим по дальнейшему, кто поедет, кто нет, наверное, так можно сказать.